музыка преображения называется. Я только когда мы прожили все ее этапы, когда мы и прикоснулись, и потанцевали, и спели, и послушали, и прикоснулись к замечательной этой ноте, которую просто любишь, уже ждешь, когда она будет, и уже знаешь по имени. И вот эти этапы, когда мы прожили, я только сейчас вот поняла, у меня все сложилось, что это такое преображение. Это прежде всего, конечно же, образ высокий, образ какой-то наполненный, такой, ну, я не знаю, он очень многогранный, образ музыки, мелодии для души, который поднимается еще преобразующий, то есть поднимается далеко в те пространства, куда душа и всегда стремится, туда, где она находится, и, наверное, она вот находит то, чем она действительно жива, и вот где она может взять энергию. Музыка преображения, конечно же, вот ты сейчас почувствовал это, и хочется ее дальше нести, хочется ее показать детям, чтобы они вот сюда прикоснулись и здесь что-то для себя вот открыли, они обратят свое внимание в лучшее, они поднимутся вместе. Поэтому музыка преображения — это, наверное, ну, такой вот, ну, сказать, эталон, сказать, что это звезда какая-то или комета, несущая это куда-то. Это то, куда стоит, наверное, обращать свой взор, где она вот вспыхнет и там быть. Вот вспыхнет, и что-то у тебя здесь вспыхнет. Это чудо, конечно. До того, как вот этот символ, которым заканчивается это произведение, это музыка, мелодия, символ, который в себя вбирает настолько много различных образов, так он, что его можно по-разному видеть в нем, по-разному наполнять его и наполняться самим.